Всем привет, родные мои! Сегодня пятница, 14 февраля, День влюбленных. Поздравляю вас с этим праздником. Желаю вам счастья. А если вы не нашли свою вторую половиночку, то желаю вам как можно скорее ее найти. Я тут выложила фотку в Инстаграме с поздравлением с праздником, да, и мне начали закидывать комментариями, типа, ой, да что вы все слизываете с Европы, что за праздник? Блин, ребята, вот всегда так было, что 14 февраля — это День влюбленных. Всегда. Я из садика это еще помню, понимаете? И то, что вы начали писать про 8 какое-то июля, блин, у меня день рождения 9 июля, а вот 8-го, чтобы день влюбленных, я не слышала, честно вам скажу. Кто-то даже писал, что это вообще день геев. Не знаю, ребят. Для меня это день влюбленных, 14 февраля, уже много-много лет. Так что поздравляю вас. А еще я получила очень много сообщений в директ в Инстаграме по поводу карты водителя Яндекс.Такси. Просто если вы регулярно работаете по Яндексу и ваш уровень привилегий золото или платина, то у вас будет очень большой кэшбэк. У меня уровень платина и кэшбэк 7%. Это много. Кэшбэк работает на самые распространенные расходы. Еду, топливо, мойку, запчасти и даже на штрафы. Используя эту карту в качестве основной, вы реально сможете очень хорошо сэкономить. Самый распространенный вопрос, где получить эту карту? В Альфа-банке. Просто приходите в Альфа-банк и говорите, что мне нужна карта водителя. А еще вы спрашивали, где можно подробнее прочитать про эту карту. Ребят, на сайте Драйвер Яндекс. Вышла на смену я в 23.00. Как всегда, вовремя. Сегодня я, конечно, планирую заработать хорошую сумму, потому что уверена, что заказа будет много, все-таки праздник. Желаю вам приятного просмотра. Заказик прилетел. Поедем мы 20 километров на протяжении 30 минут и практически, ну да, в самый центр. Вот это неожиданность. Да? Я первый раз. Ну и как вам? Да нормально, на самом деле. Хорошая работа. Пьяные мужики. Опасность. Опасно, да. Есть такое. Неизвестно, что от них ожидать. Здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз. Второй раз в жизни встречаю в бизнес-классе девушку-водителя. Да? Ты ревнуешь, что ли? А я сейчас шансончик поставлю свой. Давайте. Отлично. Это лучше, чем Монте-Карло. Слушай, ну ты молодец, конечно. Поддавливаешь это. Ну а что он, блин? Уйдет. Ну. Давай слева обходи, я всегда жене кричу. Слева, давай, быстрее. Ну я тоже про это думала, блин, но они все тупят, стоят и непонятно. Да не уходи. Я вам помогу. Точно? Смотрите, какая ситуация. Я не нажала завершить поездку, потому что мне пока не оплатили. Ну, потому что если я нажму завершить, а вдруг мне не оплатят, правильно? Соответственно, там была написана стоимость 1000 рублей. И я и сказала, 1000 рублей стоит поездка. Но когда я нажала завершить, получилось 900 рублей. Вот, 900 рублей. И вот как мне быть в этой ситуации? Не пойду же я туда, к ним, и не буду говорить, что вот, ребята, стоимость поездки изменилась. Вот как быть в этой ситуации? Заказик прилетел. Привет. 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 Привет, я писал. Я да? И что там? Я хорошо, да? Хорошей смены. Спасибо тебе. Тоже. Спасибо. Подписчик узнал очень прикольно. Привет тебе передаю. О, привет, я тебя смотрю. Серьезно? Да. Привет, ребята, это очень можно круто. Можно влог? Привет. Конечно, вы уже выпадаете автоматически. Да реально. А можно как-то подвинуть? Конечно, да, вот здесь вот. Никита, нормально? Я обратно просто, может, резко отъехать. Ага, все, как было. Думал, ты шутил? Да, я отвечаю. Блядь, хера себе. Я вчера смотрел. Серьезно? Да. А какой видос? Который, короче, там, короче, два мужика, которые на тебя говорили. Да, они вообще офигевшие там были. Айфон просто называется, да? Он говорит, ты да, дура, да. Блядь, что-то такое. Да, да, чё, я говорю, чё, блин, окей, заканчиваем поездку, выходите отсюда. Ну реально, такие, блин, уроды вообще просто. А я машину отмечаю, очень я приятно. Машину купил, представляешь? Да, тачку купил? Чё за тачку? О, молодец. Красавчик. Ладно, всё, спасибо тебе большое. Да не за что вообще, ребят. Хорошего вам вечера. Блин, ребят, это так круто встречать своих людей, своих зрителей. Просто, блин, у меня море эмоций. Еще один заказик прилетел. Вы были хоть раз в департаменте?
А вот ни разу не была, но нас думала. Не пустили. Не пустили? Нас туда не пустили без объяснения причин. Мы не понимаем, почему. Обалдеть вообще. А почему так вот? Нас 15 секунд, мы с 15 лет в клуб не пускали. Но мы едем в 11, ладно. Не, это жесть какая-то, серьезно. 472 рубля стоила поездка, девушки мне оставили целых 500 рублей без сдачи, еще мне новый заказ прилетел. И, ребят, я правда сейчас офигела. Почему девчонок не пустили в клуб? Они реально красотки просто. Или что туда, кого туда пускают? Мне даже самой стало интересно, если честно. И я бы сходила в это место, реально очень интересно, кого туда пускают. Ой, я сейчас спрошу. Мне эта идея понравилась. Ну как так? Слушай, женская тактина, я тоже хочу. Прикольно. Мне машина позволяет. Тем более можно. У вас арендованная? У нас да, у меня да. Вот, а я могу на своей. На практике много, стать большой. Больше 20 лет. Так. Вы еще и выйти помогаем? Конечно. Кошмар. Веселые, очень, очень веселые пассажиры. 583 рубля стоила поездка. Проехали мы 7 километров. Заказик прилетел. Кстати, здесь опять же две остановки. Две остановки. И интересно, заказ будет по безналу или за наличные? Я попрошу на самом деле что-то оставить, потому что я не хочу быть еще раз кинутой. И я всем советую, ребят, реально так же просить что-то оставить. Лучше всего, пусть оставляют деньги. Потому что телефон, когда, да, просить, это типа вы изымаете имущество, там, да, я не знаю, незаконно удерживаете. Потому что у меня коллега вот рассказывал свою ситуацию тоже, там, уголовное дело на него завели, можете посмотреть у меня в предыдущих роликах. И лучше, конечно, не телефон, не документы, ничего, а просто деньги, вот, сказать, оставляйте, ну вот, на сколько вы уходите, на полчаса, ну, давайте там, не знаю, сверху 1000 рублей к заказу, я вас подожду. А тут уже, конечно, да, получается, либо вы доверяете таксисту, либо нет. Но, опять же, зачем таксисту кидать, хотя я уверена, также есть ребята, которые кидают из таксистов, но таксиста наказать намного проще, его можно просто заблокировать, и все, и он не сможет работать. А с пассажиром намного сложнее. Вот как, да, с пассажира деньги достать? Никак. Ребят, смотрите, какой трешак вообще, да? И отсюда заказывает бизнес. Мне кажется, что здесь какая-то подстава будет по-любому. Здесь я выйду, и буквально через 5 минут я буду обратно. Угу, хорошо. Ждем. 812 рублей стоила поездка, а проехали мы 9 километров. Ребят, а на самом деле лучше всего в качестве залога брать человека. Как, собственно, в этой ситуации и получилось, девушка осталась со мной. Пассажиры отличные, меня никто не кинул, я очень рада и спокойна. Но все равно, когда заказывают на 2 адреса, я начинаю нервничать. После той ситуации, которая у меня произошла в предыдущем ролике. Здравствуйте. Так приятно. А у вас есть визитка? Вот такого участия мы не ожидали. Что такое? Малее. Я просто здесь. Короче, это парни, молодой, извините, почему. Возьмите это. За. Ну, за только сможете. Ну, а зачем? Не знаю, вот может быть вдруг. И может быть вдруг. Правда, к сожалению, мне не нужно вам дать. Я не знаю, я просто собаки просто накормлю. Я хоть по вашу. И вашу эту коробочку тоже. Угу. Нет, не спасибо, мне не нужно, правда. Да. Я просто вам дам 100 рублей. Спасибо. Очень. Не. Не, коробочку не надо, правда, ничего не нужно. Серьезно говорю, ничего не нужно. Правда. Всего хорошего. Что такое? Память о вашей доброте. Не нужно, правда. Может быть, вы действительно кому-нибудь продадите и сможете заработать. Я не собираюсь. Ну, если...
Вы это уже купили уже. Я не купила, я просто вам подарила 100 рублей. Просто подарила. Могла бы больше, подарила бы больше. Вы зарабатываете кровно. Я вам серьезно говорю, не нужно. Я что-то должен отдать. Вы отдайте свою улыбку. Отдайте улыбку. Хорошо. Хорошо. Сейчас. Да? В кармане. Сейчас. Извините, сейчас. Сейчас. Будет одна монета. Все, извините, что задерживаю. Да, все нормально. Мне пока заказ не пришел. Наверное, а что это такое за монетка? Алла. Будете ехать, будете. Да? Ладно, спасибо вам большое. Не хотела никому давать, но вы девушка добрая. Монетку? Спасибо вам большое, правда. С прошедшим вас. Да, вас тоже, спасибо. 751 рубль стоила поездка, ехали мы 12 километров. Странная ситуация, на самом деле, мне молодой человек пытался как бы, ну, не то чтобы продать, ну, в общем, продать какие-то, да, свои вот вещи, там, шкатулочку, обувь, вот, и ему просто необходимы были деньги. Я ничего у него не взяла, дала ему просто 100 рублей, и по итогу он мне подарил вот такую вот монетку. Необычная монетка, никогда в жизни таких не видела. Надеюсь, что молодой человек действительно на собаку просил денег, а не на просто очередную бутылочку там чего-нибудь. Короче, ребята, выходила сейчас на заправочку за кофе и по делам. И, блин, вот очень долго стояла в очереди. И знаете, как было обидно, когда мне пришел заказ? Как бы нет, это круто, что заказ пришел, да, но... Я так и не сделала то, что я хотела сделать на заправке, понимаете? Кстати, вот хотела сказать то, что на Несте реально вкусный кофе. Вот, это не реклама, но вот просто я обожаю кофе в Макдаке, безумно люблю его. Но на Несте не хуже, если честно. Сейчас скажете, реклама продажная. Ребята, это не реклама. Я вам просто вот, ну, я говорю то, что я люблю. Вот я люблю кофе в Макдаке, безумно люблю. И на Несте. Самый вкусный. На других заправках мне не нравится, правда. Вот где я только не пробовала. Не знаю, мне не заходит. 11 километров 781 рубль. Заказик прилетел! Блин, я думала, что я поеду 30 минут до центра без заказа. Как круто. Так, не радуемся раньше времени, потому что бывает постоянно, что заказы отменяют. Поэтому я просто не радуюсь и еду на свой заказ. А я переживала, что я не туда подъехала. Потому что... У нас вечно вот... здесь все плутают. Да. Ничего не понятно. Что курьеры, что такси. 998 рублей стоила поездка, проехали мы 14 километров. И это на самом деле был офигительный для меня заказ, потому что я приехала не пустая в центр, а с заказом. Правда, я уже на самом деле особо не вижу смысла, ну, потому что время сейчас 5 утра. Я не знаю, гуляет ли кто-то еще до 5 утра, будут ли у меня заказы. Вот, но будем, конечно, надеяться, что все-таки заказы будут. А пока поедем на то место, где мне всегда приходят заказы. Нифига себе, еще и с коэффициентом 1.1. Заказ отменен, очень классно. Спасибо. Еще заказик, слушайте, здесь прям офигенно приходят заказы. Ну ладно. Девочки, меня тошнит. Можно нам музыку свою включить? Конечно. Настя, пожалуйста. А, около метро, да? Билеты нормальные. Билеты самые трезвые здесь. 482 рубля стоила поездка. Проехали мы 3 километра. И мне сразу же новый заказ прилетел во время поездки. Подача 250 метров. Что ты? Какой из машин? Я, алло, не-не-не. Ну, сигареты, к сожалению, да. Не, правильно, девушка. Правильно. Нельзя, к сожалению, сигареты. Да что ты? Вот. Я с человеком разговариваю, а он мне говорит, нет, ну я же нормальная, я просто спросила, и все. Девчонки, а вы, может, десерт хотите? Вот сейчас справа гостиница Европа, реально там офигенные десерты. А там наливают? Не наливают. Может, туда? Да. Давайте, может, да. Сюда. Да. Все, давайте тогда вот здесь тормозите. Прямо да? Здесь. Да, вот здесь все, да. Мы передумали. Хорошо. Все, мы пойдем в Гранд Отель Европа. Слава Богу, она молчит. Ребята, это была моя самая длительная поездка. Минута 37 в пути. Завершить. Слушайте, посчиталось как 429 рублей. Была изначальная стоимость 450. Вот это выгодный заказик, конечно, просто. Минута 37, понимаете? Мы даже, я не знаю, сколько проехали. Километр, даже
Даже километра не было, понимаете? Вот побольше бы таких заказов, знаете. Прикиньте, еще заказ прилетел. Офигеть. А, ребята, у меня настроение прекрасное. Май, давай ларек. Садись, пожалуйста. А, нет, ларек. Ларек. Майфай, что, блядь, блядь, стесняешься, блядь, что ли? Блядь, таксистка, блядь, с сережками такими. Я хочу ларек. Ларек. Нет, мы, когда мы въезжаем, мы брали там. Твои дела, что мусор стоит здесь? Что, блядь, трясут эти тачки? Ты что, блядь, прокалываешься, что ли? У тебя мусор, блядь, стоит. Какой охранник, блядь? Ты охранников не знаешь, как они выглядят? Это, Вань, это мусор. Это мусор. Вот этот охранник, он охранник, это мусор, блядь, у него даже здесь кокарды. Пожалуйста, скажи, где ларек? Ваня, где этот ларек, которого выезжали, где там туда был? Да, он в другой стране. Ну, Ваня, блядь, прикалываешься? Творить ли, блядь, всего 2 недели. Мне сейчас нужен ларек. А вам какой ларек нужен? Пивной. Пивной? Пивной. Да, надо пивной ларек. Я человек, у которого, блядь, в Балдуре приехали родители. Нет, я не вам. А, я муж с вами. Реально, Ваня, блядь, ты в любом ларьке эту купишь, а ты тупишь. Остановись, купим в ларьке. Блядь, давай, ну это пиздец, такой вообще сложный. Тебе не выпить, не сожрать, не покурить, не понюхать, ничего нет. И ты зовешь к себе домой, у тебя ничего дома нет. Я не хочу кукушек смотреть, хочу общаться. Ну что такое говно-то? Ну просыпайся. Вань. Что? Ну, Вань, ну сходи. Не где пришел, что было. Тебе надо что-то брать? Говори. А что ты футболку кидаешь? Ну, надо их подумать. Хочу спросить, а вообще это будет? Ну, дохуя на хлопок. Вот у него, блядь, машина нет. Давай просыпаться. Мы что-нибудь будем? Наш, мы рулем. Да, я за рулем, к сожалению. Мне только вот интересно, они будут сейчас в машине пить? Или все-таки с собой возьмут? Потому что в машине я... Ну, нельзя пить у меня в машине. Проверьте нас, пожалуйста. Стоимость поездки вышла на 1929 рублей. По километрам получилось 37. 37 километров. Ребята, я знаю, что вы на меня сейчас накинетесь и скажете: разрешаешь пить алкоголь у себя в машине, в бизнесе, а в экономии такого бы не позволила. Ребят, а давайте посмотрим на эту ситуацию глазами женщины. Вот вы представьте, да? Вы с детьми каждый день не спите по ночам, сюсю-му-сюсю-пу-сюсю, естественно, вы устаете, правильно? Правильно. Появляется такая возможность, что можно отдохнуть просто, вот, ребят, оттянуться по полной программе. И, конечно, нужно по максимуму оттягиваться. Да, это было некрасиво, что они не спросили про пиво, можно ли пить пиво в машине. Но я уже не стала ничего говорить, потому что, ну... Потому что я еще раз повторяю, я ее поняла как женщина женщину. Не говорю, нет, у меня детей нет, сейчас будете писать, ой, тут ты что, с детьми? Нет, у меня просто есть младший брат, и я с ним сидела, делала смесь, меняла подгузники. Это было на протяжении долгого времени. Также сейчас у меня еще же сестра родилась маленькая, да, и я вижу, как бы, как сейчас мама с ней справляется. И это реально тяжело, ребят, это просто очень тяжело с детьми. Тем более я еще молодая, и мне прям даже страшно, если честно, ну вот именно, как вообще это все будет в моей жизни, в моей семье. И, соответственно, я поэтому ничего не сказала про алкоголь. Поэтому не нужно меня сейчас в комментариях. Я просто знаю, что это будет, поэтому я заранее просто вот, ну, прошу вас не писать таких вещей, как вы писали там ранее. И я просто ее понимаю как женщину. Вот и все. Несмотря на то, что у меня не было детей еще, но я знаю, насколько это тяжело. Ребята, я на самом деле очень сильно просто захотела есть. Сейчас время 8 утра, и я как бы нахожусь там, где в 8 утра ничего не работает, нормальное. И я, короче, купила вот такой вот наборчик еды. Правда, конечно же, хотелось бы его погреть, но, увы и ах. Надеюсь, что это будет вкусно. Я же, как вы знаете из моего инстаграма, взялась все-таки за фигуру. Вот, и надеюсь, что
смогу похудеть, короче. Наконец-то закончилась эта смена. Она началась в 11 вечера и закончилась в 11 утра. Плюс я пока сдала машину, пока приехала домой. Короче, просто сейчас уже около часа дня. Хочу подвести итоги, сколько же я заработала на Мерседесе. На каких условиях я работаю? Я получаю 35% от грязной суммы. До обнуления грязными я заработала 1448. После обнуления 11760. И получается то, что грязными я заработала 13208 рублей за 12 часов. И 35% от этой суммы является моим заработком. То есть за 12 часов на арендованном Мерседесе я заработала 4622 рубля. И это не предел. Здесь все зависит только от вас. Сколько вы заработаете, столько вы и получите. Потому что работа на процент, все зависит непосредственно от работника. Я хочу сказать вам огромное спасибо за просмотр. Реально, ребят. Спасибо, что вы ставите лайки. Спасибо вам, что вы пишете комментарии. В общем, пишите все, что вы думаете. И если вы не подписаны на мой канал, то берите и прямо сейчас подписывайтесь. А еще подписывайтесь на мой инстаграм. Ладно, что-то здесь стало очень шумно. Всех люблю. Пока-пока.